Ходыш Тов. Сегодня начало месяца по еврейскому календарю, поэтому я традиционно вас приветствую словами Ходыш Тов. Ходыш Тов – пожелание хорошего месяца, чтобы у вас был хороший месяц. Это пожелание звучит в начале каждого месяца по лунному календарю, по еврейскому календарю. Итак, сегодня мы с вами поговорим о самом трудном слове в иврите. Самым трудным, на мой взгляд, это слово «ахшав». «Ахшав» – сейчас. Нам хочется его написать вот так. «Ахшав». А нужно его писать с точностью до наоборот. Например, вместо «алев» мы напишем «айн». Вместо «хет» мы напишем «кав». И вместо «бет» мы напишем «ютвав». Получилось «ахшав» – «сейчас». Обратите внимание, сочетание букв «ютвав» в конце слова мы читаем как «в», а не «ио» или «иу». И это не только в этом слове, в других словах тоже. Например, вот это слово мы прочитаем «став», «став», «осень». Или, например, вот это «шалев», «шалев», «спокойный». Я надеюсь, это было интересно и полезно. Спасибо за внимание. Изучайте иврит на сайте ahas.org. Записывайтесь на вебинары изучения иврита. Учите иврит вместе со мной. С вами был Марк Харах. Спасибо за внимание.